Добрый день, скажут всем, Шишкин лес может стать чудесным день. И без чудес может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Так-так-так, хорошо. Угу. О! Пожалуй, именно эти картинки подойдут для моего доклада. Ну, конечно, конечно, решено. Ой, здравствуйте, мои многоуважаемые друзья. Рада вас приветствовать. Ой! Здравствуйте! Как у нас сегодня весело! На улице так хорошо! Там столько снега выпало! Да, мы играли в снежки, так опа! А теперь прибежали за санками! Потащим их на горку! И там устроим гонку! Ура! Вот так вот! И я лечу с горы! А еще вот так я лечу с горы! Да-да-да, друзья мои, очень здорово. Ой, только у меня почему-то закружилась голова. Ой, зубочек! Шунечка, у тебя что, от такой беготни тоже закружилась голова? Да нет, нет, тетушка Матильда. Нет. Да что ж ты такое-то? А что такое? Ну где же они? А что случилось, деточки? Да куда же подевались наши санки? Да, санки, ведь мы прибежали за санками. Да, где же они? Ой, тетушка Матильда, да. А что это у вас такое, а? Где? Да, вот. Ой, какие интересные картинки, а? Да, особенно вот это. На ней расписная карета. Да, а вот на этой картинке нарисовано что-то похожее на ватрушку. Ой, а на этой надувной матрас. Тетушка Матильда. Да-да. А что же это такое-то, а? Да, что все это значит? Что здесь на самом деле нарисовано, а? Друзья мои, и эта карета, и эти круглые, как ты, Зубок, сказал, похожие на ватрушку, и вот эти, как толстый матрас, это все санки. Санки? Да-да-да, настоящие санки. А разве такие санки бывают? Да. О, если вы в этом сомневаетесь, друзья мои, я просто обязана немедленно вас проинформировать. И поэтому открывается очередное заседание клуба «Совинформ», что означает... «Сова тетушка Матильда информирует!» Молодцы! Друзья, а знаете ли вы, что сани появились еще в глубокой, преглубокой древности? Тысячи лет назад! Ой, это очень давно. Да, а как их изобрели, а? Да. Да, собственно говоря, Зубок, тут и изобретать-то ничего особенного и не надо было. Как это? Как это не надо было, а? Да. Смотрите, берем две длинные палочки. Так, положили. Угу. Теперь тянем. Вот полозья готовы. Как? И все? А где же санки? Теперь ставим на эти полозья повозку. Так, так, смотрите, внимательно, сейчас аккуратненько поставим. Вот, вот, вот. Все, сани готовы. Так просто, вот здорово, а? Поехали! Поехали! Такие сани называются волокуши. Их просто волокли, то есть тащили по земле, льду или снегу. У нас современные сани-волокуши, только они без полозьев. Без полозьев? Да-да, бывают и такие. А я-то думала, что это матрас. А это, оказывается, санки-волокуши, и на них можно кататься. Да, Шунечка, если ты сидишь, а кто-то тянет их за веревочку. Тетушка Матильда, а вот это, ну, то, что я назвал, ну, ватрушкой, что это за сани, а? Да. Это тоже сани без полозьев. И ты, Зубок, не смущайся, ведь ты оказался прав. Эти мягкие надувные сани за круглую форму с серединкой сиденьем действительно прозвали ватрушкой. Ватрушка, ватрушка!
сани, ватрушка. Тетушка Матильда, ну а карета? Ну, Шунечка, это действительно карета, но не на колесах, а на полозьях. То есть это тоже санки. На них, наверное, ездила Снежная королева. Ну, не знаю, как Снежная королева, но абсолютно точно, что самые настоящие цари любили ездить на них зимой. Тетушка Матильда, а какие еще бывают санки, а? Да. Ну, друзья мои, каких только саней не существует на свете. Вот уж сани, что за чудо! Сани с парусом, смотри! И по пруду, как по блюду, ездят, крутятся они. Ну, а вот не просто сани, эти сани снегокам. Эти сани едут сами и не едут, а летят. А еще тут есть ледянки, их все любят малыши. Вот какую отличную песенку мы с вами про санки придумали, друзья мои. Да, и нам она понравилась. И ваш рассказ про санки тоже очень-очень понравился. Спасибо. Спасибо, тетушка Матильда. Ну что вы, не стоит, не стоит благодарности. О, друзья мои. Что? А вон там, смотрите, это не ваши ли санки-то стоят? Санки! Наши санки! Ура! Тетушка Матильда, мы пойдем кататься с горки. Конечно, конечно, обязательно. А я продолжу готовиться к своему докладу. Да, друзья мои, но сначала нам надо попрощаться с ребятами. Хорошо, до свидания, ребята. До свидания, мальчики и девочки. Всего доброго, мои дорогие юные друзья.